Друзья, доброе время суток. Последние две недели стояли жаркие дни. Температура воды на озере Трофей достигала плюс 28. 28 июня. Прошедшие дожди насытили кислородом верхние слои воды, в то время как при донных слоях содержание кислорода осталось низким. В результате на поверхности озера появились ослабленные щуки. Начиная с глубины, несколько слабых тычков на тейл-спиннер. Небольшая щучка поднимается за блесной поверхность и задерживается подышать кислородом. Щуки заторможены. Экспериментирую с блесной Вильямс Трофи. Ставлю впереди пропеллер и очень медленно веду. Цепляется небольшая щучка. Ухожу под камыш. Через несколько забросов щука на черный воблер Цуоки, копия Реренджа. Отправляюсь на мелководную часть озера. Под берегом окна чистой воды по несколько метров. Затем заросли травы. Ставлю 110-й орбит. Заглубление полметра. Попадается худая щука, полторушка. Весной бы она завесила 2 кило. Когда отпускаю, щука долго отдыхает на поверхности воды. При высокой температуре воды щучий метаболизм, обмен веществ, ускорен. Щуке надо есть и есть, но ей не достает кислорода в воде. По правилу Ван Гога, при повышении температуры на 10 градусов, потребление щуками кислорода увеличивается в 2-3 раза. Для них комфортно 10 мг на литр. При снижении содержания кислорода до 2-3 мг на литр у щук наступает угнетение дыхания. Для карпа этот показатель 0,5-0,7 миллиграмм на литр. Это поклевочка, хорошая щучка. Давай. Thank you.
Перехожу на плавающий слайдер. Он идет на глубине 10-20 сантиметров с небольшими рывками. Забросы под камыш. О, хорошая щучка. Полторушка. Самое скопление травы и камыша кидаю резину. Антон 21, а ворона Дум 4 дюйма. Общий вес 11 грамм. На одном из забросов следует удар, но офсетный крючок не просекает щуку. Промазала на эту резину, выскочила. Ну, не зацепилась она резину. Подведем итоги. Несмотря на жару, можно ловить хорошую щуку в непроточном водоеме. Для этого надо выбрать пасмурный день. Дождь с ветром насытят кислородом воду и активизируют щуку. Всем ни хвоста, ни чешуи.